Доброе субботнее утро, дорогие друзья, братья и сестры, наши гости. Благодарность Господу, что на этом месте мы имеем мир, имеем возможность собираться вместе на богослужение, в собрании, чтобы слушать Слово Божие, чтобы не просто слушать Его, но брать для себя определенные уроки и делать выводы, которые так необходимы нам. Сегодня вашему вниманию я хотел бы предоставить тему, которая, может быть, вселит в вас трепет, волнение, возможно, вы ощутите беспокойство, может быть, даже страх. Но я думаю, эта тема необходима, и хотя в какой-то степени мне сложно говорить об этом, но я думаю, эта тема нужна. Мы будем с вами сегодня говорить о ценности жизни. Ценности жизни. Самым ценным для человека является жизнь. Это бесценный дар, который получило человечество от своего Создателя и от своего Творца. Каждый из нас, сидящий здесь в молитвенном доме, делает вдох и выдох. У нас бьется сердце. Мы видим, мы слышим, мы осязаем, мы воспринимаем окружающий мир и людей. Действительно, это тайна жизни, которой наделен каждый человек, живущий на земле. В книге «Бытие» во второй главе рассказывается о том, каким образом Бог наделил человека жизнью. Во второй главе, в седьмом тексте, мы читаем следующие слова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Так приятно читать первые главы книги «Бытие», где рассказывается о творении земли, о творении человека, когда Бог, написано, сотворил человека из праха земного. Представьте величественного Адама, около 5 метров роста, который лежал на земле, покрытой зеленым ковром, совершенное телосложение, прекрасная внешность, все органы здоровы. И вот Создатель, любящий Создатель, который создал или сотворил Адама по своему образу и подобию, возможно, склоняется над ним, и в этот момент он вдыхает в него жизнь. Он дает ему жизненную энергию, и все органы его оживают. Его сердце начинает биться, по сосудам двигается кровь. Адам делает вдох и затем выдох. Он открывает глаза. И вот представьте состояние человека, который только появился в этот мир, который еще ничего не видел раньше, который только создан, только сотворен. Происходит чудо. Организм Адама оживает. Он начинает видеть, и он видит перед собой прекрасный облик своего Создателя. Затем он смотрит на свое тело, на свои руки, на одежды света, которые покрывают его. Он окидывает взглядом природу, видит прекрасные деревья, роскошную листву на этих деревьях. Он видит птиц и животных, которые окружают его. Он слышит мелодичное пение этих птиц. Он замечает, что яркие, но не жгучие лучи солнца освещают природу, которая окружает его. Его легкие вдыхают неповторимо чистый и ароматный воздух Эдемского сада. И в этот момент, наверное, на лице Адама появляется улыбка. Он осознает, что он человек. И то, что окружает его, прекрасно. И он видит перед собой своего Создателя, и его сердце наполняется благодарностью. Он осознает, что он живет, и то, что окружает его, прекрасно. Затем Создатель говорит Адаму о том, что он сотворил его для управления этой землей, и то, что все окружает его, принадлежит ему. Он открывает ему, что жизнь существует и на других планетах, и говорит ему многое другое. Но самое главное, Господь говорит Адаму, что он создан для вечной жизни, вечного счастья и для общения с Богом. Бог сотворил его для того, чтобы общаться с ним из любви. Через некоторое время книга «Бытие» пишет, что Адам почувствовал себя немножко одиноко. Он увидел, что у каждого животного есть своя пара, а у него нету подобного ему.
И затем Господь погружает Адама в глубокий сон, пишет Библия. Глубокий сон. Он берет одно из ребер у него, закрывает то место плотью, то есть снова творит ребро, чтобы человек был совершенным, и дополняет это ребро другими частями тела и творит ему прекрасную спутницу жизни, которую Библия пишет, звали Ева. Когда Адам просыпается, он уже не одинок, он смотрит, перед ним стоит прекрасная женщина. Ее красивые глаза направлены на него, он улыбается и видит подобного себе. Его сердце наполняется еще большей радостью. Возможно, они берутся за руки и идут по Эдемскому саду и наслаждаются той природой и теми восхитительными видами, которые окружают их. Они счастливы. Они одна семья. Их ожидает прекрасное будущее, вечная жизнь. У них есть любящий Создатель. Так началась жизнь на нашей земле. Так пишет книга «Бытие», Бог сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их. Однако библейское повествование на этом не заканчивается. В книге «Бытие» во 2 главе 16-17 текстах Господь говорит человеку об опасности, которая существует в его жизни. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Первые люди были предупреждены, что наравне с жизнью существует и смерть. И любящий Создатель предупредил их о той опасности, которая существует, о том, что в Эдемском саду, в этом прекрасном месте, есть одно дерево познания добра и зла, и что у этого дерева находится падший Херувим, который произвел восстание на небе. И Господь сказал, что от этого дерева им не нужно есть плоды. Это единственный запрет, который был для первых людей. Далее библейское повествование говорит о том, что первые люди прожили совсем недолго в счастье, в радости, в согласии, но Ева, оставшись без мужа, все-таки соблазнилась и ела от плодов этого дерева. Затем ел Адам, и таким образом в жизнь всего человечества вошли болезни, страдания и, в конце концов, смерть. Неужели первые люди, Адам и Ева, не ценили своей жизни? Как вы думаете? Неужели они не ценили своей жизни? Я думаю, что они ценили, но они были соблазнены падшим ангелом, который в образе змея обратился к ним. Они поставили под сомнение слова и характер Бога. И хотя они ценили жизнь, но они не думали, что этот небольшой поступок, казалось бы, простой, в котором нету ничего такого преступного, да, плохого, в этом поступке ничего не было, просто попробовать плодов, которые Бог сказал людям не есть. Нечто подобное сегодня происходит в нашей жизни. Я думаю, что каждый из нас ценит свою жизнь, правда? Каждый человек хочет жить. Это потребность вложена в нас от создания. Однако зачастую мы совершаем нечто, кажущееся нам второстепенным, незначащим, не думая о последствиях, которые могут принести наши действия или нас, наш поступок. Однажды в своей церкви, где я был, в Бердичеве, я проповедовал, была проповедь о судьбе. Я приехал домой навестить родителей, меня попросили говорить эту тему. Я говорил тему о судьбе людей, о том, как складываются судьбы людей. Я открыл свой школьный альбом тех друзей, с которыми я учился, затем позже. И я смотрел на фотографии, когда готовился к этой проповеди. И я думал, как по-разному складываются судьбы людей. Как по-разному. Один из школьников, который был в моем классе, он погиб на мотоцикле. Кажется, такая вот, такая глупая смерть. Другой выучился и работает. Он преподаватель в школе. Да, у другого много детей, и он с детьми ухаживает за ними, растит их. Я подумал, как по-разному складываются судьбы людей и от чего зависит судьба человека. Я говорил на эту тему в церкви, там и после проповеди ко мне подошел один молодой человек,
Его эта тема, видно, взволновала. И когда я общался с ним, я испытывал какое-то такое внутреннее непонятное чувство, какое-то ощущение, в то же время тревоги, беспокойства. Не знаю почему, может быть, эта тема о судьбе, она была такой, знаете, волнующей. Это вспоминаешь судьбы других людей. Мы с ним пообщались. В его жизни происходила борьба, как потом мне сказала одна сестра, идти навстречу к Богу или нет. И затем мы расстались. Через некоторое время я снова приехал домой, и я узнал неприятную весть. Этот молодой человек, он погиб. Они отдыхали там с друзьями, с ним и был пастор. И он решил прыгнуть с берега в реку, а там было неглубоко. И пастор говорил ему: «Не прыгай, я тебя прошу». Он плакал, когда вспоминал об этом. Он говорит: «Я умолял его, не делай этого». Но он все-таки прыгнул. Скажите, ценил ли он свою жизнь или нет? Я думаю, он ценил свою жизнь. Но он не думал, что этот прыжок может стоить ему жизни. Да. Он не думал, что этот поступок может стоить ему жизни. Он получил травму, несовместимую с жизнью. Когда я узнал об этом, мое сердце наполнило скорбь. Потому что именно в этой теме я говорил, что одно решение, неправильно принятое решение, может стоить нам всей жизни. Господь желает, чтобы мы ценили свою жизнь, этот дар, и помнили, что те слова, с которыми Он обращается к нам, они не пустые, они имеют большое значение. Они оказывают влияние не только на нашу жизнь, на жизнь других людей. Они могут или быть благословением, или быть проклятием. В книге Второзакония, 32 глава, 46 и 47 текстах, давайте мы с вами откроем эту книгу, записаны слова, с которыми Моисей обращался к израильскому народу. Книга Второзакония, 32 глава, 46 и 47 тексты. «Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас. Израильский народ входит в землю, которую обещал им Бог, где течет молоко и мед, и земля изобилия. И Моисей им говорит: положите на сердце слова, которые я вам говорил, и говорите о них не только когда вы живете, но и детям своим, да пусть они передают другим детям». То есть при жизни передавайте эти слова, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. Бог дал нам законы, которые управляют нашим физическим естеством, и также духовные законы. Эти законы очень важны, и Господь говорит: это не пустое для вас, это важно, прислушайтесь, потому что нарушение законов, данных Богом, как физических, так и духовных, несет определенные последствия. Нет ни одной заповеди, данной Богом человеку, которую человек мог бы нарушить, не вызывая при этом впоследствии страданий. Это очень важно, потому что каждый из нас ценит свою жизнь, но есть тот, кто соблазняет нас. Сегодня существует грех, падший ангел, и его пособники постоянно соблазняют человека. Они пытаются убедить его, что то, что он сделает, это не так уж и страшно. В этом нету ничего плохого. Но когда человек совершает то, что противоречит Божьей воле, то, что противоречит законам, которые дал Господь, в своей жизни он пожинает эти последствия, и, к сожалению, его жизнь сокращается. Некоторые люди сознают, что то, что они делают, разрушает их, и у них нет силы одержать победу. Для таких есть обетование, которое записано в Евангелии от Иоанна в 6 главе, в 37 тексте. Христос говорит следующие слова: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Если мы, осознавая свою слабость, приходим ко Христу и просим Его о помощи, чтобы соблюсти законы жизни, физические, духовные,
Бог даст нам эту силу. Многие люди, заботясь о своем здоровье, о своей жизни, все-таки задают вопрос, а что же будет дальше? Священное Писание открывает нам также это. Многих людей сегодня не удовлетворяет жизнь. Они спрашивают, ну я живу, да, у меня, может быть, и все есть, но а что же будет дальше? Неужели моя жизнь когда-то закончится? Задавали ли вы себе этот вопрос? Наверное, люди постарше задают. Помоложе не всегда задумываются. Жизнь идет очень быстро, более бурно. Но с возрастом человек задает себе этот вопрос и говорит, а что же будет дальше? В книге «Екклесиаста» в первой главе, во втором тексте царь Соломон, один из самых богатейших людей того времени, самый богатый людей, можно сказать, человек того времени, уже в старости пишет такие слова. Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст, «суета, сует, все суета». Царь Соломон, прожив очень необычную жизнь, в конце своей жизни пишет, «все в этой жизни суета». Суета передает идею временности. Все в этой жизни, оно временно. Соломон пишет, бывает, люди говорят, вот есть что-то новое. А потом говорит, это уже было в прошлом, просто об этом забыли. Сегодня об этом человеке говорят, а завтра уже его не помнят. Он пишет о своей жизни. Давайте мы прочитаем 2 главу с 4 по 11 тексты. «Я предпринял большие дела», пишет он. «Построил себе домы, посадил виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им». Посмотрите, какими возможностями пользовался этот человек. Он говорит, чего бы глаз мой не пожелал, я мог все себе позволить. Все самое современное, самое лучшее, самое прекрасное, что было на то время, было у царя Соломона. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Некоторое время Соломон был верным Богу, но когда он начал собирать золото, серебро, он начал накапливать богатство, он жил для себя в свое удовольствие, и когда он мог позволить себе все, что он хотел, в конце концов он посмотрел на это все и говорит, «А к чему это все для меня?» И дальше он пишет, «И мудрый умирает, и глупый умирает. И то, что я все это добыл, все это достанется человеку, который даже не трудился над этим». И дальше он пишет, «И возненавидел я жизнь». Соломон анализирует свою жизнь и то отступление, которое было в его жизни. Это наполняет его сердце скорбью, но здесь урок для каждого человека, живущего на земле. Если мы просто трудимся здесь, на этой земле, и испытываем даже удовлетворение тех трудов, которые мы имеем, но у нас нет будущего, нет вечности, то все это что? Все это суета, сует. Конечно, мы имеем преимущество строить, сажать, растить детей, что-то творить. Бог наделил человека такой способностью, чтобы постигать что-то новое. Но все это без будущего, без вечности не имеет большого смысла.
И царь Соломон говорит: вот я все, все имею, но все это суета. В конце своей книги он делает вывод. Книга Екклесиаста, 12 глава, мы читаем с вами 13-14 тексты. «Выслушаем сущность всего». Это самая суть, это цель всего. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». В конце жизни Соломон пишет: сущность всего или цель всего – бояться Бога. Слово «бойся» означает «чти Бога», «благоговей перед Богом», «почитай Бога». Да? В других текстах написано, что жена да боится мужа, мы понимаем, что не испытывая страх, а уважение. Да? В семье должно быть уважение. Так и Соломон пишет: «уважай, чти Бога». Это высшая форма почтения, «благоговей перед Богом». Соблюдай Его Слово, потому что в этом все для человека. Пройдет время, и о людях, живущих сегодня, забудут. Забудут и тех, которые будут дальше. Но те, кто чтят Бога, они находятся в книге жизни, и Бог помнит о них. У них есть надежда на вечную жизнь. Каков конец будет нашей жизни? Когда мы живем, мы можем задать вопрос: а что мы можем или что мы скажем в конце своей жизни? Я хотел бы вам прочитать высказывания известных людей, слова которых были перед самой смертью, которые вот-вот должны были оставить этот мир. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, лауреат Нобелевской премии, к концу очень устал от жизни. Его последние слова были такими: «Как мне все это надоело». Александр Дюма, писатель, сказал так: «Так я не узнаю, чем все закончится». Композитор Эдвард Грик: «Ну что ж, если это неизбежно». Нерон, мы знаем, император Рима, жестокий человек, перед смертью сказал: «Какой великий артист умирает». Да, это были его последние слова. Император Веспасиан умер спустя 11 лет после Нерона. Умирая, он прошептал: «Я думаю, что теперь я стану Богом». В предсмертные минуты Вольтер, вы знаете, человек, который отрицал существование Бога, умолял своего врача: «Заклинаю вас, помогите мне. Я дам вам половину своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на 6 месяцев. Если же нет, то я пойду в ад, и вы последуете туда же». В последний момент перед смертью великий Леонардо да Винчи вскричал: «Я оскорбил Бога и людей. Мои произведения не достигли той высоты, к которой я стремился». Один доктор записывал слова людей, которые говорили непосредственно их перед самой смертью. Один человек, которому делали искусственное дыхание, у него наступила фибрилляция сердца, и реанимационная бригада работала над ним. В течение 10 секунд он был в сознании и говорил такие слова. Это были вопросы. Он говорил: «Все? Да? Все? Все? Да? Все? Да?» Он задавал эти вопросы людям, которые пытались спасти его жизнь. И он не мог поверить, что его жизнь заканчивается. Он спрашивал: «Все?» Другими словами, неужели это все? Да. Неужели это конец моей жизни? Вы знаете, когда я читал о словах людей, которые уже вот-вот должны были умереть, я задумался, насколько разными они были. Кто-то считал себя великим артистом, да? Вот. Кто-то сожалел, что, может быть, как Леонардо да Винчи, наверное, его произведение сегодня восхищает людей, но он говорил: я мог бы сделать, может быть, еще это лучше, я сделал это недостаточно хорошо». В словах многих людей безысходность: «Но что ж, если это неизбежно?» Кто-то разочарован и говорит: «Как мне все это надоело». Когда наша жизнь будет подходить к концу, что мы скажем? Хочется, чтобы наши слова были как слова апостола Павла во втором послании Тимофею, в 4 главе,
мы читаем с вами 6 по 8 тексты. Когда жизнь апостола Павла уже подходила к концу, он чувствовал приближение, когда силы оставляют его, он писал следующее. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный, судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Жизнь апостола Павла была сложной, но когда он смотрел на прошедшие дни, он радовался, что свою жизнь он посвятил кому? Богу. Он говорит, подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. Как важно сохранить веру и любовь в наше беспокойное время. И как приятно будет в конце жизни, обращаясь назад, сказать, «Господи, моя жизнь принадлежала Тебе. Я посвятил Тебе свою жизнь. Я полюбил Тебя, Твое Слово. И теперь готовится венец мне, который приготовил не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В Псалме 89, 10, 12 текстах мы читаем с вами такой совет и комментарий, можно сказать, и о нашей жизни. Молитва Моисея, человека Божия, здесь написано так. «Дни и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Как быстро проходит наше время, как быстро проходит жизнь человека. Наверное, как эти листья в детской истории, которые что делают? Они зеленеют, радуют, и потом в конце последние краски и опадают. И дальше в 12 тексте мы читаем. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Моисей говорит, что жизнь человека проходит очень быстро, незаметно. Мы подходим к зеркалу каждый день и вроде бы не меняемся, но когда мы берем фотографии, мы смотрим, о, я уже не тот, я уже совсем другой. И мы чувствуем, что наш организм не молодеет с каждым годом, но стареет. Моисей говорит, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Иов, страдалец, когда был в болезни, его сердце происходила борьба. И хотя он не знал исхода своей борьбы, но он говорил, мы читаем книгу Иова, 19 главу, 25 и 26 тексты. Давайте мы прочитаем, что писал этот великий муж веры. Книга Иова, 19 глава, 25 и 26 тексты. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Хотя этот человек страдал, и в жизни верующих людей сегодня происходит также страдание. Если вы будете верны Богу, то Бог не обещает, что на этой земле, где существует грех, все будет гладко. В жизни верующих людей также есть страдания, переживания, потери, но самое главное у них есть вера и надежда на будущее. Слова Иова были такие «Искупитель мой жив, и в последний день он восставит меня. Он восставит меня из праха, и я во плоти моей узрю Бога». Человек, который в последний момент жизни принял правильное решение, и это говорит о том, что если мы чувствуем побуждение, никогда не поздно прийти ко Христу. Это был разбойник на кресте. Евангелие от Луки, 23 главе, 42 и 43 тексте мы читаем слова, последние слова, ну, можно сказать, одни из последних слов этого человека. 23 глава, 42 и 43 тексты. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь Царствие Твое». Другой разбойник поносил Иисуса, но этот человек, смирившись там на кресте,
умирая, обратился ко Христу и сказал: «Господи, вспомни меня, когда будешь в раю». И он услышал мелодичный голос Иисуса. И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же, в этот момент, когда я страдаю, когда я умираю, и когда надо мной все смеются, именно в этот момент, когда для других я, кажется, являюсь отвергнутым Богом, именно в этот момент я обещаю тебе, что ты будешь со мною в раю». Сам Иисус в конце своей земной жизни, мы читаем Евангелие от Иоанна, 19 главе, в 30 тексте, говорит такие слова. Это были последние слова Его. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив голову, главу предал дух». Это были последние слова Иисуса Христа. Он сказал: «Совершилось». В Его словах не было разочарования, и Он не говорил: «Как жаль, что все заканчивается». Он не говорил, как другие люди: «Как мне это все надоело». Но Он сказал: «Совершилось». Совершилось искупление человека. Я пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь за каждого, кто примет меня. За каждого живущего на земле я отдаю жизнь, но каждый, кто примет меня, имеет надежду на спасение, вечную жизнь. Иисус там, на кресте, Он не жалел о том, что Он пришел. Он не жалел о том, что Он умирает в муках распятия, в разделении с Небесным Отцом. Но Он сказал: «Совершилось». Иисус отдал свою жизнь, самое ценное, что есть у человека. И Он готов был даже пожертвовать вечной жизнью, чтобы мы жили вечно. К сожалению, мы, люди, привыкаем к смерти. Мы привыкаем к тому, что гибнут люди. Мы смотрим новости, мы слышим сообщения. И для нас это стало своего рода нормой. Однако Бог желает, чтобы каждый человек высоко оценил свою жизнь и жизнь другого человека. Он желает, чтобы каждый человек повиновался Его Слову, ибо это не пустое для него, и помнил, что Бог желает его вернуть к тому первоначальному состоянию, в котором был Адам, к вечной жизни. Бог желает обновить человека духовно, и если наш внешний человек тлеет, то внутренний он должен обновляться. Бог желает, чтобы мы глубоко ценили жизнь людей, тех, которые рядом с нами. Своим отношением к другим людям мы показываем, насколько мы их ценим. Те люди, которые рядом с нами, мы можем сделать их или глубоко несчастными, или глубоко счастливыми. В своей семье мы можем сделать глубоко счастливым своего спутника жизни или глубоко несчастным в общении друг с другом. Просто с незнакомыми людьми, с которыми, может быть, мы встречаемся в повседневной жизни, мы можем сделать этого человека счастливым или несчастным. Апостол Петр в первом послании, первой главе, 22 тексте, говорит следующие слова: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Этой любви не имеет сам человек, он может принять ее от Бога, но послушанием истине через Духа, через Святого Духа, который пребывает на земле, человек может обрести эту жертвенную любовь, которую явил Иисус Христос. Христос дает нам обещание в Евангелии от Иоанна в 11 главе 25 тексте. Он говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий, если в Меня, если и умрет, оживет». Это обетование должно поддерживать нас на пути к вечности. Это обетование должно быть стимулом для того, чтобы жить, помогать другим людям, чтобы помогать другим людям достигнуть вечности. Иисус говорит: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Последний пример, который я приведу в этой проповеди, был фактически на глазах у большинства наших сотрудников.
Он еще раз напомнил мне о том, насколько непостоянно вообще в этом мире все, настолько непредсказуемо все. Наверное, около 2 лет назад мы здесь были на семинаре, приехал Дон Миллер как раз, наш друг, человек, который делится с нами своими знаниями по медицине. И в этот момент мы услышали сообщение, что произошла авария. Буквально в 2 или 3 километрах от новых обиходов туда, на Немиров, как ехать, произошла авария. Пассажирский автобус, который ехал на Крым, вот, он перевернулся и упал туда, вот, рядом с дорогой в кювет. В Немирове, как оказалось, этот автобус почему-то задержала милиция, что-то долго говорили, минут 15-20 они стояли, но затем он поехал, и что-то произошло там с управлением. Колеса повернулись, автобус начал трясти, в конце концов он перевернулся, вот так вот на боку он проехал, я не знаю, сколько, когда мы приехали, 100 метров, вот вещи, все было разбросано. Когда он ехал на боку, оттуда выпадали люди из этого автобуса. И вот позвонили, попросили оказать помощь. Мы приехали туда. Там уже были скорые помощи из Гайсина, потом с Немирова. Тяжелых людей уже к этому времени забрали. Мы общались и говорили, помогали тем людям, которые не получили таких больших травм. Когда я был на этом месте, я смотрел и не мог поверить, что такое вообще может произойти. Вы знаете, когда ты читаешь об этом в новостях, то это для тебя как бы... Но когда ты очевидец всего этого, ты смотришь, и ты до конца не можешь понять, что это вообще все происходит. Кругом валялись вещи. Вот. Кто-то курей вез, они были разбросаны, сумки, стекло автобуса, все это вот, я говорю, где-то на расстоянии 100 метров. Вот. Но меня удивила реакция людей, да, там какие-то золотые украшения и так далее. Все это лежало, но меня удивила реакция людей. Одна женщина, она потерпела от этой аварии, ее одежда была изодрана, она была вот в грязной, в пыли. И она ходила и искала вещи, которые она потеряла. Она взяла какой-то товар продавать, и там сумка где-то затерялась. И я видела состояние какого-то такого отупления, какого-то такого, знаете, шока. Но она ходила, и она там ходила в автобус, и туда, и она пыталась найти те вещи, которые она... Что-то она продавала. Другие мужчины, это было вообще, они сели тут же. 3 человека погибло, к сожалению. Они, тела их лежали там. И они тут же, недалеко, они сели, достали колбасу, бутылку водки. И тут же, понимаете, выпивали это все. Я не знаю, может быть, чтобы снять стресс или как-то. Но меня это просто поразило. Знаете, характер человека не изменится при пришествии Иисуса Христа. К чему привык человек? Да, если он не откажется от этого, он будет делать это и дальше. Одна девушка, она сидела в таком глубоком каком-то размышлении. И вот брат Роман, да, общался с ней и говорит, что она говорила, что-то Бог хочет меня сказать. Что-то... Она была в глубоком задумчивости. Наверное, она чего-то меня, я понимал, чего-то меня останавливает. Так воспринял этот человек. Там был парень, который был в АТО, лечился в Виннице после... Бог несколько раз спасал его жизнь, и во время того, как автобус сошел, его выбросило из окна. Фактически это спасло его. И он снова целый, ну как, относительно целый, невредимый. Он был рад, что он спасся. И мы говорили, ну теперь-то ты понимаешь, что это не просто. Бог спас тебя. Люди по-разному реагировали. Был один мужчина, кстати, часть людей здесь у нас ночевали, потому что им не было... где быть, а уже потом приехал автобус и повез другой, повез их дальше туда в Крым. Один мужчина спасся чудом, говорит, рядом женщина была очень крупная, она, говорит, прижала просто меня, говорит, я не вылетел, говорит, ничего не было. Он поломал ребра, вот, он вез женщине туда, он сам из Крыма, вез своей жене, вез лекарства. Здесь они были дешевле, он, видно, был на Украине, купил лекарства, он вез ей. Вот. И он был рад, что он спасся, что он остался в числе живых. В новостях я прочитал, что 3 человека, которых погибли, это была семья, одна муж с женой, они ехали в Черкасскую область, а другая была девушка, 38 лет, она была из города Саки, она, видно, направлялась туда. Так скорбно было читать и видеть то, что происходит. Но вот среди всех тех вещей, которые там были, там какая-то золотая цепочка валялась, сумки, все... Один мужчина, он ехал с сумкой, он полностью был изодранный. Даже тут вещи мы ему какие-то дали, потому что он
ему нечего было одеть. Но вот там среди всех этих вещей была самая большая ценность. Да. Там был Новый Завет, вот такой вот синий маленький завет, вот так вот лежал. И когда я посмотрел, я подумал, видно, здесь ехал верующий человек. А, кстати, там ехал один брат наш, адвентист седьмого дня. Я не знаю, по-моему, не пострадал. Позже приезжал к нам сюда в заезд его родной брат. И он говорил, что он был в этом автобусе. Там в автобусе был верующий человек, который вез этот Новый Завет. И вот представьте, если бы в начале путешествия он стал, ну, я не знаю, что там происходило, но обычно, когда ты едешь в большом автобусе, водитель включает какое-то юмористическое шоу там или еще что-то, но он сказал бы, давайте сегодня в поездке, да, помолимся перед поездкой, да, и послушаем весть о Христе. Я прочитаю вам несколько библейских текстов. Вот. Ну, я не призываю вас так делать, хотя, возможно, это и надо, я не знаю. У нас одна женщина была, она поставила диск, где был фильм о природе и о том, что Бог создал этот мир. Вы знаете, очень хорошо отреагировали те, кто люди ехали в автобусе, она ехала в Германию. Но если бы этот человек в тот момент сказал, давайте лучше вместо шоу юмористического, давайте вместо фильмов, которые мы смотрим и так каждый день, послушаем весть о Христе, что бы сказали люди? Они сказали, уберите это. А может быть, поддержали бы, да, мы не знаем. Да. Но если бы люди знали, то через некоторое время часть пассажиров, которые сели, кто-то направлялся по пути, а кто-то дальше, они погибнут. Кто-то получит тяжелую травму, потому что тяжелых уже забрали. Да. А кто-то переживет сильный шок, они сказали бы. Нет. Наша жизнь настолько, наша жизнь более ценна, чем тратить ее на что? Чем тратить ее на вот это вот, то, что не несет радости, то, что не несет истинного счастья. Наша жизнь, наше время слишком ценно, чтобы растрачить его впопусту. Давайте думать о высоком, о возвышенном. Давайте стремиться к тому, что несет спасение. Давайте стремиться к тому, что созидает. Среди всего этого хаоса самым ценным была эта книга, которая рассказывается о любящем Иисусе Христе, который пришел в наш мир, чтобы спасти каждого человека. Наша земля подобна этому автобусу, которая в любой момент может преобразиться. Вскоре мы будем свидетелями удивительных событий, которые произойдут на нашей земле. История нашей земли заканчивается. Но мы не знаем, как жители этого автобуса не знали, когда они вообще не предполагали даже, что такое может произойти, да, в их жизни, особенно в их жизни. Да, мы предполагаем, что может что-то такое произойти, но в моей жизни. Мы не знаем, когда закончится история нашей земли, когда Христос придет на нашу землю. Но вопрос, каким мы будем встречать Иисуса Христа? Там, я прошу прощения, с бутылкой немировской, как эти люди, да, которые пережили этот стресс, но все-таки достали его. Или задумавшись о своей жизни. Бог не желает, чтобы мы встречали Его неподготовленным. Он предупреждает нас о Своем пришествии. Он говорит, «Се гряду скоро». Бог желает, чтобы каждый человек спасся. Но нету другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, давайте еще раз задумаемся о ценности своей жизни, ценности людей, которые рядом с нами. Будем ценить свою жизнь. Будем все делать для того, чтобы созидать, чтобы нести спасение, любовь, радость другим людям. Пусть в конце нашей жизни будут не слова, как мне все это надоело, но слова апостола Павла или слова Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив». Апостол Павел говорит, а теперь готовится мне венец. Если вы желаете этого, давайте помолимся об этом. Дорогой Господь, мы благодарны, что Ты наделил нас таким чудесным и необъяснимым даром жизни, что мы, люди, созданные по Твоему образу и подобию, можем жить
на этой земле. Можем видеть, слышать, общаться. И, Господи, мы читаем в Библии, что Ты возлюбил нас настолько, что отдал Своего Сына ради нашего спасения. Господи, мы просим, помоги нам помнить об этом, помоги нам ценить свою жизнь, жизнь людей, которые нас окружают. Помоги нашу жизнь прожить так, чтобы нам приобрести сердце мудрое, чтобы в конце нашей жизни не сожалеть о бесцельно прожитых днях или годах нашей жизни, но с верой и надеждой взирать вперед на то воздаяние, которое Ты приготовил для всех любящих Тебя. Помоги нам с верой жить в Иисуса Христа и помнить, что только в Нем наше спасение. Пусть Слово Твое, Библия, всегда будет нашим спутником, где бы мы ни были, дома, на транспорте, в путешествии. Пусть слова этой книги всегда будут в нашем сердце, в нашем разуме. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа.